В Уфе состоялся очередной поединок чемпионата России по мини-футболу в зоне Урал высшей лиги. На поле встретились две лидирующие команды. Уже ставшая любимой у уфимцев «Алга-Башнефть» и гости из Екатеринбурга «Синара Визде». Очень хорошая игра, отличная игра. Центральный матч тура. Играют две лучшие команды. Очень приятно посмотреть. Показывают высокий класс футбола. Отличный футбол показывают. Тяжеловато. Если наши выиграют, будет просто молодцы. Я считаю, что они должны выиграть. Мы же болеем за них. Алга вперед. Я хотел посмотреть, как «Башнефть» играет. Когда трибуны забиты, очень приятно играть. Меня стимулирует то, что я вижу на трибуне своих родителей, которые меня поддержать пришли. На этот раз противник был очень сильный. Стоит уточнить, что все игроки «Синара Визде» являются профессиональными игроками, в то время как уфимские ребята – это сотрудники компании «Башнефть». Они с утра до вечера работают, вечером в любую погоду. Ребята через «не могу» тренируются, отдаются. Они понимают поддержку «Башнефти» и сами теперь отдают всего себя «Башнефти». «Башнефть» – это великая семья. Команда сильными делает мотивация. Мотивация выиграть, мотивация занять место, которое позволит выйти в плей-офф. Но у нас сплав молодости и опыта, скажем так. Первая четверка у нас более возрастная, вторая помоложе. Главными героями встречи стали вратари обеих команд, которые пропустили лишь по одному удару, успешно отбив все остальные. Ни уфимцы, ни гости из Екатеринбурга не хотели уступать, и борьба шла буквально за каждый квадратный метр зала. Но, несмотря на агрессивную, в хорошем смысле, игру нападающих из «Алга-Башнефть», турнир закончился мирно. Обе команды получили по одному очку. Первый гол, да, очень сильный удар был. Мне прям понравился. С накату сразу ударил. Сложно было попасть по мячу, но все-таки попал и забил гол. Я доволен игрой, самой игрой. В физическом плане, в тактическом, в отдаче. Но все еще впереди у нас сейчас тур. Тур в Екатеринбурге и тур в Новосибирске. Борьба вся впереди. Желаем удачи, побед желаем. И думаем, все-таки надеемся, что они будут выступать в Суперлиге в дальнейшем.